Зачем война? Зачем все это? Евгений Анатольевич Халдей был фотокорреспондентом СТАС. Ну вот его я вижу очень хорошо лицо. Прошу разрешения суда приступить к демонстрации некоторых немногих фотодокументов. Как вам не стыдно, говорит, фотографировать наше несчастье, так сказать? Я спрашиваю, за что ты меня убиваешь? Он сказал, что это просто так. Вот если вы, говорит, могли сфотографировать, как наши летчики в Берлин бомбят. Дать. Суд идет. Ну, это как будто его долг. Спасти людей, чтобы вытащить их из тьмы. Я постараюсь выполнить вашу просьбу.